Всем привет! С вами мисс Апаш, и сегодня я покажу, как можно очень быстро пройти бой при выполнении заданий посольства и буквально за секунду-две убить босса. Я прошла бой на сверхвысоком уровне, но этот вариант применим для новой игры плюс на любом уровне. Главное, чтобы у вас был под рукой легендарный шипомет «Небесный убийца» со всеми спиралями на урон от взрыва, освоена техника владения оружием «Ускоренный шип» и «Прилив отваги. Круговой взрыв» 3-го уровня. Если вы проходите новую игру плюс, то уже знаете, что бой состоит из 3 этапов. На первые 2 мне понадобится по 1 ускоренному шипу, а на 3-м мне совсем не нужно будет оружие. Да и ближнего боя тоже не будет. Катсцены я по большей части пропущу, чтобы сэкономить время. Итак, первый этап. Нужно сразу же выбежать за укрепление и запустить ускоренный шип в толпу всадников слева в отдалении, пока они не разбежались. На втором этапе важно справиться с 2 всадниками на секачах. Лучше успеть запустить шип, пока они рядом. Тогда ускоренный шип убьет всех, и машин, и всадников. Но если кто-то останется, а вероятнее всего кто-то из всадников, то добить можно еще одним броском шипа. И на 3-м этапе бой с подопечным Регалы, Грудой. Чтобы его победить, достаточно подбежать к нему поближе и активировать прилив отваги «Круговой взрыв». На этом с ним будет покончено. Если же вступить с ним в бой, особенно на сверхвысоком, то это, конечно, затянется. Так что очень рекомендую, чтобы не задерживаться на этом этапе игры. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением!